А у меня в гостях невероятная Алсу, дорогие друзья! Привет, привет всем! Очень рады, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Небольшой секретик вам расскажу, пока мы готовились к интервью и общались. К нам вышло прекрасное маленькое создание и подарило Алсу подарочек. Вкусности, сладости. Спасибо, солнышко. Для меня это было настоящим удивлением, но больше всего недавно меня удивило видео в Инстаграме, где ваша дочь Микелла поет свой авторский, между прочим, хит, и это в 10 лет. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, честно говоря, она меня растрогала до слез. Я пришла домой, и она говорит: мама, я написала песню, и она мне тут же ее исполнила. Я тут же схватила телефон, сказала: подожди, я должна это снять. В общем, она меня покорила, она написала прекрасную музыку, прекрасные слова, что немаловажно. Они действительно со смыслом и не как 10-летний ребенок. В общем, будущая звезда, я надеюсь. Но многие артисты, состоявшиеся, не очень хотят, чтобы их дети тоже выступали на сцене. А как к творчеству относишься ты? Ну, я считаю, что если есть талант, его нельзя и не нужно прятать. Его нужно как бы показать всем, и мы не собираемся. Если она это захочет, она этого хочет, то мы, я думаю, что с моим мужем, всей семьей будем ее поддерживать. Ну, а все-таки, это ее первое такое авторское исполнение, хит, или она до этого занималась, ходит ли она в музыкальную школу? Она ходит в музыкальную школу, музыка у нас вообще в крови с обеих сторон, и она очень любит музыку и всегда поет, но это первая песня, которую она написала сама. Круто, круто. Те, кто еще не видел, обязательно заходите в Инстаграм. Но, конечно же, я не могу не спросить про самое главное событие, которого все очень ждут, и, конечно же, поклонники и фанаты. Алсу, это сольный концерт 14 ноября, который состоится в Кремле. Чем будете удивлять? Да, первый концерт у нас 10 ноября в Казани, потом 14 ноября в Москве. Мы готовимся, то есть будет грандиозное шоу, красивое, красочное, будут хиты, будут новые песни, будут сюрпризы, в общем, все будет на высшем уровне. А будет ли, я не знаю, какое-то легкое сумасшествие, как сейчас задал тренд Филипп Киркоров, появляется в новом амплуа, увидим ли мы в новом амплуа Алсу, например? Цвет настроения синий? Я хочу удивлять, но не до такой степени. Услышите новые песни, старые песни в новом звучании, может быть, где-то непривычном, но я очень хочу порадовать в первую очередь своего зрителя. Вот, поэтому я делаю для этого все. Да. Ну что же, дорогие друзья, мы всех вас ждем 14 ноября в Кремле. Сначала это шоу увидит Казань. Так что приходите, и будет очень круто. Не молчи, ты мое равновесие. Мы с тобой.
только не молчать. Не молчать. Не молчи. Спасибо, девчонки. Привет! В жизнь мою вошел через двери, а покинул через сердце. Было так легко верить, было так легко доверить. Где сил, там нет смысла, и в любовь последний выстрел, что возьмут так же быстро, прошло. Дышим, медленно дышим, а хотелось так, чтобы отдыхались мы, от касания замирали мы. Слышу, слышу, но не хотела слышать ничего, только голос сердца твоего. Разлюбить тебя. Откровенной, я вырвалась из плена, никогда не свяжет руки, пока на вкус разлука, но со временем случайно все на небесах решилось, мое сердце увенчало мое. Дышим, так часто дышим, незаметно отрываясь от земли, от касания замирали мы. Слышишь, слышишь, но ты не слышал больше ничего, только голос сердца моего. Спасибо за этот праздник. Ну, давайте споем, что ли? Давайте, ну, давайте. Вы эту песню знаете. Я знаю, знаю. Сейчас. Не можете танцевать.
уходишь ты, я тебе ключи оставлю от своих дверей. Иногда я жду тебя, как звезда, веду тебя, и тогда мне кажется, что плывут облака подо мной. Отличное настроение. Спасибо. Приходите на концерт. Спасибо.